говорят, дешевле продали. Была распродажа, вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу. Чайник, пиджак, штукатурку и стразы. Белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы. Шаль и носки для мужа и мамы. Туфли хочу с крокодиловой кожи. Машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю. Где рассказать? Все, тогда начинаю. Привет, вы смотрите специальный выпуск программы «Хочу купить», посвященный 8 марта. Сегодня будем выбирать подарки для любимых женщин. В конце программы я расскажу о детском проекте, в котором разыгрываются планшетные компьютеры. Первое место, которое мы посетим, будет магазин «Алмаз». Там мы нашли подарок для хозяйственных виновниц торжества. В наше время новейших технологий, существует огромное количество приборов, способных облегчить быт. К одному из таких творений относятся парогенераторы для уборки, которые предлагает хозяйственный мирмаг «Алмаз». Многие до сих пор не знают, какие преимущества может дать данное устройство. Использование парогенератора исключает применение чистящих или моющих средств, а полученный эффект сравнивают с эффектом химчистки. С его помощью можно чистить кафель, сантехнику, удалять прилипшую жевательную резинку, пятна на коврах, включая кофе, сок, вино. А еще этому устройству под силу очистка зеркал, жалюзи, вытяжек, клеток для животных, душевых кабин. Я стала использовать парошвабру, когда у нас появился маленький ребенок, потому что это позволяет проводить уборку без использования агрессивных химических средств. Этой парошваброй мы убираем пол, можем с разными насадками дезинфицировать поверхности стола, дивана, матрасы, игрушки, ковровые покрытия, коляску. То есть все то, с чем взаимодействует ребенок, мы все это можем убирать с помощью парошвабры. Ну и получается такая экологически чистая генеральная уборка. Использование парогенераторов не просто облегчает процесс уборки. Пар является отличным дезинфицирующим средством. Его температура выше 100 градусов. Проникая в микроструктуру материалов, пар удаляет и все неприятные запахи, освежает и очищает ткани. Вращающаяся струя пара и связанная с ней большая рабочая зона позволяет очень быстро и легко очищать площади большого размера. При этом уже через несколько минут после уборки очищаемая поверхность становится сухой. Применение данного устройства особенно актуально для людей, склонных к аллергическим проявлениям на коже или к болезням дыхательных путей. Помимо аллергии на химию, существует еще бытовая аллергия, которую вызывают клещи домашней пыли. Места их обитания – мягкая мебель, ковры, постельное белье, подушки и матрасы. То есть те места, которые не так легко почистить стандартными средствами. Парогенератор справляется и с этой проблемой. Он не только дезинфицирует помещение, убивая клещей и бактерий, но и за счет того, что пар сухой, не создает излишней влаги, которые так любят плодиться эти насекомые и микроорганизмы. В «Алмазе» найдете модели, в наборе с которыми предлагаются насадки для труднодоступных мест. Швы, батареи, резиновые уплотнители холодильника. Очистить все это и многое другое не составит проблемы. Еще в магазине представлены отпариватели. Плюс такого утюга состоит в том, что им можно гладить вещи, не снимая их с вешалки. Напоминаем адрес хозяйственного универмага «Алмаз». Город Анапа, улица Толстого, 138. Вас ждут ежедневно с 8 до 18 часов, без выходных. Женщины такие разные. Кто-то любит готовить, а кто-то наводить порядок. А некоторые девушки любят смотреть футбол. Вот специально для таких ярых болельщиц наш следующий сюжет. Что может быть приятнее, чем провести время со своими друзьями и за бокалом пенного вместе поболеть за любимый спортивный клуб в кругу компании фанатов? В кафе-баре «Логово», который находится в центре Анапы, всегда можно посмотреть спортивные трансляции важнейших событий со всего мира. Обширное меню и демократичные цены позволят не только поболеть, но и неплохо перекусить. Салаты, холодные и горячие закуски, блюда из мяса, птицы и рыбы, аппетитные гренки из ржаного хлеба с сыром, а также разнообразные десерты. Все любят вяленую рыбу. В кафе вам предложат тарань, щуку, воблу, леща, чихонь, судака и так далее. Присутствует большой выбор снеков и закусок. Сушеные кальмары, анчоусы и другие морепродукты, а также фисташки. Среди гурманов всего мира хорошо сваренные речные раки считаются одним из самых популярных блюд. Отведать вкуснейших раков можно и в баре «Логово». Здесь вы почувствуете такой комфорт, как будто находитесь у себя дома. С той лишь разницей, что здесь обслужат на высоком уровне, и свои радостные эмоции болельщики могут не сдерживать. Ура!
Многие утверждают, что побывать в спортбаре порой даже интереснее, чем сходить на стадион. И это во многом оправдано. Кружка прекрасного охлажденного пенного напитка в компании друзей, большие экраны. Логово – это уникальная атмосфера стадиона с комфортом любимого дивана. Забронировать столик в кафе-баре можно по телефону 53712. Запоминайте адрес: город Анапа, улица Крымская, 272. Раки и рыба – это замечательные вкусности. А вот любителям сладенького рекомендую посетить кондитерский дом «Ваниль». А пока давайте посмотрим, что вас там ожидает. Кондитерский дом «Ваниль» знают все любители сладкого. Здесь представлены конфеты ручной работы из лучших сортов колумбийского шоколада, а также печенье и десерты. Шоколатье «Бутика» работает с шоколадом уже 15 лет. 6 из них он провел в Португалии. Большой опыт позволяет ему разрабатывать уникальные рецептуры и создавать сладкие шедевры теперь специально для кондитерского дома «Ваниль». Какие только начинки не использует мастер – шоколадные и ягодные, фруктовые и ореховые. Их более 50. Уникальность продукции еще и в том, что здесь не применяют искусственные ароматизаторы и добавки, сохраняя во вкусе натуральность и свежесть. К праздникам здесь можно заказать любые шоколадные композиции, которые упакуют в стильные фирменные упаковки. Частые гости кондитерского дома «Ваниль», конечно же, дети. Для малышей здесь проводят увлекательные мастер-классы, где ребята перевоплощаются в настоящих кондитеров. А сегодня сладкоежки пришли за презентами для любимых мам и даже подготовили для них трогательные творческие подарки. К маме стану я поближе, очень я ее люблю. Жалко только, что не слышит мама песенку мою. Нету песенки чудесней. Может, спеть погромче мне, чтобы маме эту песню слышно было и во сне? Кто любимый всех на свете, это сразу скажут дети. Обойти весь белый свет лучше мамы в мире нет. Однажды я сказал, друзья, на свете много добрых мам, но не найти, ручаясь я, такую маму, как моя. Она купила для меня на колесиках коня саблю, краски и альбом, только разве дело в том, и так ее я люблю, маму, мамочку мою. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее, не найдешь теплее рук и нежнее маминых. Не найдешь на свете глаз ласковее и строже, мама каждому из нас всех людей дороже. 100 путей, дорог вокруг, обойди по свету, мама самый лучший друг, лучше мамы нету. Кондитерский дом «Ваниль» работает по адресу: город Анапа, улица Ленина, 35. К поздравлениям присоединяется магазин Fight Town. Сотрудники магазина желают найти женщинам верного, сильного и уверенного в себе мужчину. А если вы такого найдете, то обязательно отведите в торговый центр «Акация». Магазин Fight Town предлагает спортивную одежду и экипировку для занятий боевыми видами спорта от ведущих мировых брендов, таких как Silver Star, Clinch Gear, Venom, Bad Boy и других. Здесь представлена специальная одежда, в которой тренироваться и выступать на ринге будет комфортно и легко. Она совмещает практичность и качество, при этом выглядит стильно и красиво. Кроме того, в магазине найдете молодежную коллекцию футболок, шорт, кепок, толстовок и штанов. Такую одежду носят и именитые бойцы ММА, и начинающие спортсмены, и многие фанаты боев без правил по всему миру. Если говорить об экипировке для профессиональных единоборств, то это перчатки, обеспечивающие отличную вентиляцию руки и надежную фиксацию запястья, комфортная, эластичная и прочная обувь и многое другое. Представленная в магазине продукция отличается долговечностью и износостойкостью, поскольку знаменитые производители тщательно следят за качеством каждого изделия. Fight Town – одежда для сильных. Город Анапа, улица Крымская, 216А. Торговый центр «Акация», второй этаж. Если так и не определились с подарком, тогда вам в помощь торговый дом «Любимый». Там вы точно найдете все, что душе угодно. Торговый дом «Любимый» знают многие анапчане. Он находится на пересечении улиц Заводской и Гребенской. На первом этаже расположился магазин самообслуживания «Любимые продукты». На полках можно найти большое количество необычных редких товаров по абсолютно приемлемым ценам российского и импортного производства. Например, ингредиенты для приготовления традиционных блюд японской, вьетнамской, индийской кухни. Практически к любому блюду восточной кухни подаются соусы, только соевых в магазине до 150 видов. Большое разнообразие масел –
оливковое, тыквенное, льняное, кукурузное и другие. В отделе кулинария купите салаты, лакомства из курицы, свинины, говядины и, конечно же, выпечку. Выбирайте вкусности, которые хотите видеть на праздничном столе, и специально для вас их здесь приготовят. К весенним праздникам в любимых продуктах пополнилась коллекция сладких изделий. Такие подарки, как и цветы, понравятся любой женщине. Здесь можно выбрать что угодно, от зефира до шоколада. Нежнейшие помадки, ореховый или фруктовый крем, ягодные джемы, воздушные суфле. Интересным подарком станет шоколадная открытка из белого или горького шоколада. А вот это прекрасный подарок для ценителей тонкого аромата изысканных сортов чая. Также на первом этаже торгового дома находится кафе-кондитерская «Любимая», где представлена уникальная десертная линейка. Вас ждут смелые сочетания, классические и неожиданные комбинации. Вы можете заказать торты и пирожные на любое торжество, если необходимо, приобрести фигурку, которая достойно украсит ваш десерт. На втором этаже расположился салон-магазин бытовой химии «Золушка». В нем есть все для решения задач домашнего хозяйства, от стиральных порошков до салфеток. Здесь удобно выбирать и выгодно покупать. В «Золушке» представлена качественная бытовая химия, моющие и чистящие средства, парфюмерия и средства личной гигиены от самых брендовых, знаменитых производителей. Если вы ищете безупречно красивые предметы интерьера, то знайте, Италия дарит лучшие аксессуары. Они всегда интересны, утонченные, элегантны. В «Золушке» найдете зеркала или интерьерные часы, подсвечники и настольные лампы, футляры и шкатулки. Все то, что помогает создать свой собственный гармоничный мир. Нужным и полезным приобретением станет фарфоровая столовая посуда, изделия из стекла или керамики. В аптеке «Авиценна» можно приобрести не только лекарства, но и лечебную косметику таких торговых марок, как «Виши», «Ля Роше», «Плантерс». Каждая женщина оценит такой подарок. Будущие мамы найдут безопасные лекарства и товары, полезные ей и ее будущему малышу. Присыпки, подгузники от ведущих производителей. Есть даже подгузники с фитовставками, которые обладают антимикробными свойствами и улучшают сон ребенка. Также в аптеке всегда в наличии предметы санитарии и гигиены, средства для ухода за лежачими больными, большой ассортимент ортопедических товаров от российских и немецких производителей. Это бандажи, корсеты, чулки и стельки. И все это по очень доступным ценам. У покупателей есть возможность оформления индивидуального заказа на препараты, которые не представлены в ассортименте. Медикаменты доставляются в кратчайшие сроки. Торговый дом «Любимый» находится по адресу: город Анапа, улица Заводская, 105. Я вам помогла определиться с выбором подарка. Надеюсь, вам что-то приглянулось. А теперь расскажу о детском проекте, который называется «Стих на табуретке». Вам нужно разучить с ребенком стихотворение о маме или папе, записать выступление малыша на видео и прислать нам на почту anaporegion@gmail.com. Главные призы – планшетные компьютеры – предоставляют бутик украшений «Розы Бронзы», а поощрительные – сеть магазинов «Оранжевый слон». Подробную информацию найдете на сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. Всем весеннего настроения. Пока! Бижутерия премиум-класса. Розы, бронзы. Яркие бунтарские идеи. Дикий коктейль из азиатской сдержанности и европейской роскоши. Город Анапа. Улица Горького, 20 и Крымская, 101А. Розы, бронзы. Только для вас.